прекрасный день сегодня в Виннице. О-ха-ха! Дамы и господа, леди и джентльмены, говорит и показывает Виннице в прямом эфире голос Орешка. Орешек Продакшн Позитив представляет. Ой-о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 й. Давненько такого не было. А мы вот здесь, вот все в домике. И нас спасает, ох, какая молния. И нас спасает эта крыша. Ох. Это серьезно. Но солнышко где-то выглядывает, расцепляется небо. Ну и спортсмены не стареют душой, ветераны. Легкой атлетики. Ох, вот там у нас солнышко появляется. Жизнь кипит, спортивная Виннице. Именно сегодня финальный забег на 1500 метров мужчины памяти Петра Анисима. Старт был назначен на 16:00, 16:40 в памяти нашего друга, отличного спортсмена, к сожалению, который рано ушел из жизни, Петра Анисима. Родом из Белоруссии, в Виннице служил и занимался спортом. Призер Европы. Вот именно здесь у нас есть отличный. Да, вот она. Петра Анисима. Хорошо, не прощаюсь.